город Верховина Ивано-Франковской области, памятником советской армии. И вот тут надпись очень интересная. Вечная слава героям, которые погибли за нашу, слово советскую пропущено, родину, в Великой Отечественной войне. Радянскую, там на украинском. Да. Там было на украинском языке слово радянское. То есть просто родиной, но без радянской. Молодцы. Солдат везде чтут, во всех городах памятники стоят.